Всем привет! Сегодня пятница, значит, с вами Яркий Автомаркет, и смотрите вы Яркие Фотоновости. В этом выпуске компания Lowa анонсирует два новых объектива, компания Sigma делает два анонса, компания Sony делает свой анонс, компания Rode делает свой анонс, и компания Pentax делает сразу несколько анонсов. Как видите, сегодня без слухов, практически все серьезно, так что настраивайтесь на позитивные новости, и мы начинаем. Ну, во-первых, стоит сказать, что сегодня 25 число, это значит, что нужно всем никонистам зайти на сайт Nikon и обновить новую версию программного обеспечения. Это так, кстати, чтобы вы не забыли. Также хочу вам напомнить, что уже стартовала CP+, это онлайн-выставка фото различных интересных вещей, и продлится она до 28 числа. Она будет онлайн, мы, конечно же, будем охватывать какие-то интересные события, если они будут настолько интересны, мы их даже выделим в какой-нибудь отдельный выпуск. Но пока просто стоит сказать, что вот недавно буквально ребята собрались из компании Olympus, которая теперь называется OM Solution, и рассказывали про свое будущее. Обещают не забрасывать микро 4 третьих, обещают радовать нас новыми новинками, так что все у них будет, надеюсь, здорово. Ну а теперь к новостям. Компания Lowa представила своих два новых объектива. Ну, как новых. Это все те же самые объективы, которые раньше были на других байонетах, а теперь они перекочевали еще на некоторые байонеты. Итак, компания Lowa представила объектив 11-4.5 и 65-2.8. 11-4.5 теперь встал на байонет RF, а второй объектив встал на байонет Nikon Z. Ну, стоит сказать, что уже несколько байонетов были охвачены этими объективами, развиваются они на новые байонеты. Стоит сказать, что объективы все так же содержат 14 элементов в 10 группах. Ну и стоит забавно отметить, что объектив под Nikon Z65-2.8 макрообъектив, он, в общем-то, стоит тех же денег, как и на другие системы, но объектив 11 мм не такой. На RF он будет стоить на $100 дороже, так же, как на систему Leica M. Ну, что тут сказать, Lowa молодцы, уж давно пора переделать все объективы на все байонеты, пусть все смогут жить счастливо. А теперь поговорим про анонсы компании Sigma. По слухам, компания Sigma должна была сделать два анонса, но начнем мы с того, что один анонс не состоялся. Ну, точнее, CEO компании Sigma, этот прекрасный стильный японец, в записи поведал нам о том, что, к сожалению, Sigma FPL пока не выйдет. Ссылаются на то, что матрицу не смогли сделать поставщики, там что-то, опять же, не срослось. В принципе, даже не стоит цитировать, что именно, потому что правду, как нам обычно, наверное, никто не скажет. Но суть в том, что Sigma пообещала сделать все заново, сделать редизайн и выпустить Favion тогда, когда они будут готовы. Ну, что тут сказать, вы знаете, что лучше не выпускать плохой продукт, чем его выпустить. Тем не менее, странно, что слухи об этой камере уже были известны, было известно количество мегапикселей, какие-то дополнительные подробности, и вот буквально на самом финише камеру не выпустили. Ну, как бы ничего страшного, подождем. Напомню, что последний Favion это был Sigma SDH, и он был кропнутый, с кропом 1.3. Ну, все равно будем ждать, потому что и Sigma, и Favion мы очень любим. Кстати, обратите внимание на подход компании Sigma к тому, как они вообще все делают. Вышло два видео, одно на английском языке, другое на японском. Советую вам, кстати, посмотреть оба, потому что на CEO компании Sigma господина Казуто Ямаки смотреть крайне приятно. Клевый мужик, вот всем бы таким CEO, по крайней мере, всем японским компаниям, всем бы такого CEO. Лично мне кажется, что просто за успехом этой компании чуть ли не он единично стоит. Шутка, конечно, вряд ли, но тем не менее. Ну и второй анонс. Слухи подтвердились, компания Sigma представила объектив 28-70 с диафрагмой 2.8 для байонета E и для байонета L. Компания Sigma сделала анонс на Sigma Stage Online. Кстати, мы его смотрели, и это видео уже есть на нашем канале. Если хотите больших подробностей, пройдите, посмотрите интересное видео. Так вот, 28-70, он, в общем-то, родился как конкурент Tamron'у 28-75, и это самый легкий объектив, который сейчас вот из серии 24-28-70. Весит он всего 490 грамм, но, тем не менее, компания Sigma не пошла в ущерб ни механическому качеству, ни оптическому качеству. Оптическая конструкция объектива состоит из 16 элементов в 12 группах, из них 2 SLD, 2 FLD и 3 асферических элемента.
Ну, в общем, конструкция достаточно внушительная. Компания Sigma также заявляет, что если вы возьмете этот прекрасный объектив и поставите на самую маленькую Sigma FP, общий вес будет составлять всего там 890 грамм. Это примерно столько же, как один объектив Sony 24-70. Ну, это ли не радость? Конечно же, радость. А также компания Sigma, естественно, снабдила объектив STM-мотором, нанокристаллическим собственным покрытием. В общем, все объективу хорошо, и тем более хорошая цена. Цена объектива составляет всего $900, ну, $899, так же, как и у объектива Tamron 28-75. Тут стоит только отметить забавный некий нюанс. Дело в том, что, несмотря на одинаковую стоимость в долларах, в России стоимость немножечко разная. Уже известна рекомендованная розничная цена. Объектив Sigma будет стоить примерно 77 тысяч рублей. При этом объектив Tamron, который стоит столько же, стоит 56 тысяч рублей, то есть с разницей аж в 19 тысяч. Конечно, наверное, те, у кого есть система Sony, вряд ли побегут продавать Tamron и покупать Sigma. Да и люди, которые новые будут приходить, не факт, что выберут Sigma взамен Tamron, если у них Sony. А вот если, конечно же, у человека система Panasonic, Leica, я не думаю, что на Leica SL будет ставить этот объектив, но тем не менее, это можно сделать. А те люди, у которых есть Panasonic или, не дай бог, Sigma, за которую мы топим всем сердцем, конечно, этим людям будет гораздо интереснее хотя бы по цене и по габаритам объектив от Sigma, нежели оригинальный объектив от компании Panasonic. Анонс то, что надо, в принципе, анонс крайне интересный, даже появляются слухи, пока еще слухи, и о новых объективах, но пока мы о них говорить не будем. Сегодня анонсы такие у нас будут прозрачные, хорошие, прекрасные. Компания Rode выпускает продолжение своего прекрасного микрофона Rode Wireless Go 2. Ну, что тут сказать, если вы в детстве или в юношестве играли в игру Duke Nukem, то прямо хочется сказать «Hail to the King, baby». А именно, компания Rode приходит и говорят о том, что они выпускают, в общем-то, сейчас самый лучший цифровой радиомикрофон. Естественно, что тут надо отметить? Два канала, это без этого было никак нельзя, потому что у всех конкурентов он есть. Стоит отметить, что теперь микрофон не только радиомикрофон, у которого увеличена в два раза дальность действия, но еще это и рекордер, который в себя может записывать до 7 часов несжатого аудио и до 21 часа сжатого аудио, а работает он от батарейки 7 часов. Кстати, про этот микрофон мы уже сняли видео, где разбираем его более подробно, рассказываем, что внутрь можно записывать 32 бита, но, как говорилось в хорошем фильме, говорят, 32 бита не настоящие! Вот это как раз и разберем. Видео, кстати, выйдет совсем скоро, а, скорее всего, это где-то в понедельник, оно уже записано, смонтировано и... мы его смотрим, как оно там получилось. Так что не забудьте подписаться на наш канал, если хотите подробнее узнать про Rode Wireless Go. Но, тем не менее, это прекрасный микрофон. По стоимости. Стоить он будет $300, если мы говорим про сами микрофоны. Это клевая цена. А стоимость с микрофонами составит примерно $450. В России пока точные цены неизвестны. Мы ориентируемся а-ля на 40 тысяч рублей. И доступны будут, скорее всего, где-то в мае. Но, опять же, пока точной информации нет. Rode большие молодцы, продолжают лидировать, продолжают доминировать, так и надо. Каждый новый анонс должен быть вот таким, очень сильным. Компания Sony анонсирует выпуск своей новой кинокамеры Sony FX3. Тут надо сразу, ребят, сказать, что про эту камеру мы делали уже несколько, и выпуск новостей был про нее, где были слухи, которые, в общем-то, по сути, практически все подтвердились. У нас есть отдельная запись именно трансляции, как эта камера анонсировалась, там тоже более подробно разбираем, так что, если интересно, посмотрите. И поэтому новость про FX3 у нас стоит не на самом верху, а это самая значимая новость из тех, которые были на этой неделе. Но просто так часто ставить FX3, картинку этой камеры, на превью уже неправильно, хочется что-то поставить другое. Тем не менее, стоит сказать, что Sony FX3 — это прекрасная кинокамера, она... Со мной вы можете поспорить, да, потому что там нет ни встроенных фильтров, что обычно бывает. А вообще Sony FX3 это по сути такая Sony A7S3. Внутренности абсолютно одинаковые. Разный немножко корпус, есть некие нюансы. Самый главный нюанс по корпусу — это не светодиодная подсветка, которая изящная и клевая. Это не дополнительное отверстие, в которое что-то можно поставить, а это именно ручка-рекордер. Ручка-рекордер у Sony прикольная, если вы хотите брать Sony
именно для видео, то есть рассматриваете Sony A7S3 именно для видео, то FX3, наверное, все-таки ваш выбор в большую сторону. Тем не менее, Sony большие молодцы, как я уже много раз говорил, продолжают доминировать, продолжают выпускать все новые и новые продукты. В этом году уже и A9 выпустили, и FX3 выпустили, вот еще A7 IV, конечно же, в этом году должны выпустить. В общем, соберут все награды. Sony большие молодцы, продолжайте в том же духе. Компания Pentax анонсирует целых 3 новых объектива, а именно 31.1.8, 43.1.9 и 77.1.8. Что тут стоит сказать? Ну, конечно же, это не совсем новые объективы, а это некая реинкарнация, редизайн, точнее, тех объективов, которые уже были. От предыдущих версий, которые были не HD, они отличаются тем, что получили новое покрытие, там корпус, наверное, чуть-чуть изменился, а внешне, да, немножко так стали поприятнее. Но вот основное это, естественно, нанокристаллическое покрытие. И еще большой плюс это то, что диафрагма в объективах скругленная, то есть она теперь больше подходит для портретов. Понятно, что это данунс нельзя назвать прям совсем-совсем новым, но тем не менее, Pentax потихоньку обновляет свои объективы, и это не может не радовать. По стоимости $1050 будет стоить 31 мм, 43 мм будет стоить $600 и 77 мм будет стоить $800 США. Ну, будем ждать эти прекрасные объективы, надеюсь, они у нас появятся. Вы можете спросить, а на что же поставить эти прекрасные объективы? И вот тут, в этот раз, во главу угла это еще не анонс, но это такая слитая информация, но она настолько прекрасна, что не поделиться с ней невозможно. Итак, мы все знаем компанию Pentax не только как создателей зеркальных систем, как, в принципе, высокотехнологичную компанию. Мы знаем, в первую очередь, Pentax как великих мастеров перевоплощения. Это единственная компания, которая реально думает о внешнем виде своих камер. Можно сделать любую, были специальные такие мозаички, чтобы это все сделать прекрасно. Так вот, Pentax в скором времени представит K1 Mark II версии J Edition 01. Посмотрите на эти камеры. Что они вам напоминают? 4 необычных расцветки, похожи на какие-то космические корабли. Может быть, J это Japan, аниме, не знаю, что это такое, но похожи они на каких-то космических кораблей. Создается впечатление, что они все могут слиться воедино, превратиться в гигантского технозавра и нести возмездие во имя Луны. Ну, пока, конечно, никаких дополнительных данных нет, есть просто картинки. Скорее всего, это будет тот же самый К1 второй версии. Но вот честно, вот признаюсь, себе бы перекупил. Не хочу ни в коем случае как-то иронизировать на тему компании Pentax, но если бы Pentax были настолько креативные в технических нюансах, как они креативные вот во внешнем виде, то равным их просто бы не было. Pentax, увы, несколько отстали с точки зрения беззеркальных камер, их сейчас фактически нет, и мы все-таки ждем, что Pentax выпустит не только K3-3, который, как вы знаете, немножко отложен, но и шагнет вместе со всеми в гигантский прогресс и сделает какую-то такую необычную камеру, что все мы захотим продать то, что там у вас сейчас есть, и взять себе в руку Pentax. Вот конкретно вот те, которые вы сейчас увидели, я бы хотел взять. Это все новости, которыми мы хотели бы с вами сегодня поделиться. Напоминаю, что проходит CP+, так что, возможно, будут появляться какие-то новые новости. Возможно, мы не дождемся и выпустим какой-то выпуск пораньше. Мы это умеем, любим, практикуем. Надеюсь, вы еще не устали от потока наших видео. А вся необходимая информация, как всегда, будет в описании. Ваши комментарии, как всегда, приветствуются. Расскажите, какой из 4 пентаксов вам больше всего понравился. Вот мне понравился самый такой первый, темный, вообще страшно выглядит. Обратили внимание, да, там с надписями. Вот это все очень круто, очень круто. Еще раз большое спасибо за просмотр. Удачных вам выходных. А если вы не знаете, чем себя занять, то рекомендую вам зайти на YouTube канал Sigma. У них их несколько. На том канале вот ссылочку я оставлю в описании. Там всего 4000 с небольшим подписчиков, а они проводят определенные трансляции. Это последняя трансляция, как раз посвященная Sigma 2870. Там ходит просто фотограф, фотографирует, комментирует. Ну, на японском, конечно, сложно будет. Но картинки интересные. Ну и еще одно видео за ним. Это как тестируют 85.1.4 на Sigma SD или SDH. Вот не обратил внимания.
тоже крайне интересно. 4000 подписчиков для таких ребят, как Sigma, это очень мало, это очень странно. Мы все подписаны на каких-то странных чуваков, которые иногда делают какие-то странные вещи, не буду конкретизировать, а на крутых ребят, которые делают реальный контент, за которыми нужно и интересно следить, мы не подписаны. Ай-яй-яй, зачем же так? Помним все, что мы здесь собрались не только ради техники, я вот очень люблю технику, но тем не менее все мы собрались еще и ради фотографий. Давайте посмотрим с вами вместе интересные фотографии на этих выходных. Ну, все, большое спасибо за просмотр, с вами был Илья, увидимся, пока-пока.